В Айоме прибавление. Так, буквально на днях отечественную группу пополнила новая солистка. Теперь под заботливым крылом Алуа Канарова еще один квартет. А вот как же девушка попала в Girls Band, она нам поведала сама. Меня пригласили на кастинг, я пришла на кастинг, я его прошла. И вот сегодня я дебютирую вместе с Айоми. Буду очень сильно стараться и ничего лишнего не буду говорить, просто ждите. Что ж, вполне ожидаемая история с кастингами и привела начинающую звездочку на большую сцену. Кстати, боевое крещение у Назым уже состоялось. Ведь вчетвером Айоми впервые выступили на международном фестивале Star of Asia, который буквально на выходных отгремел в Алматы. Музыкальная партия у новоиспеченного цветка Ириса пока небольшая. Как признается сама солистка, в мир шоу-бизнеса ее привели танцы. Я профессионально занимаюсь танцами и, наверное, благодаря этим навыкам я попала в группу. И скоро, надеюсь, я скоро запою. Ждите. Что же в конце концов Айоми выдадут в новом составе, пока неизвестно. Но однозначно от дерзких танцев и ярких шоу меньше точно не станет. Наша главная задача – это отличаться на эстраде, что мы, думаю, всегда на отлично справляемся, да? Немного, может быть, не скромно, но, по крайней мере, правда. Поэтому, наши любимые Айрисы, ждите. Скоро вас ждет очередная бомба. Напомним, не так давно группу Айоми покинула Айдана, на место которой пришла Сандугаш. В поисках новой солистки Алуа Канарова прослушала больше 2000 претенденток и, видимо, не смогла остановиться только на одной кандидатуре. Ведь тогда ее продюсерское сердце задело и Назым. А вот станет ли столь неожиданный шаг правильным для Айоми и получится ли у девчонок сработаться, покажет время.